Путин освободил Суркова от должности помощника президента, который он занимал с 13-го года, курируя Украину, в том числе встречи нормандской четверки. Теперь этой темой займется замглавы кремлевской администрации Казак. А чем займется Сурков после медитации, о которой ранее рассказывали его знакомые? Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента. Еще в конце января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков сообщил Интерфаксу, что Сурков намерен оставить госслужбу в связи со сменой курса на украинском направлении. Но в Кремле после этого неоднократно заявляли, что указ об отставке Суркова не подписан, и де-факто он продолжает оставаться помощником президента. 11 февраля Дмитрий Песков сообщил, что украинскую тему, а также вопросы интеграции будет курировать замглавы кремлевской администрация Дмитрий Казак. Уход Суркова комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Я думаю, что по сути, конечно, очень многое изменится, потому что на позицию куратора, ну, как минимум, украинской темы, как было анонсировано пресс-секретарем президента, приходит Дмитрий Казак. Человек очень жесткий, властный. Я думаю, что, конечно же, не могло быть формата двух кураторов одной темы. Отставка Суркова была анонсирована еще месяц назад, и там вопрос был чисто технический. Что касается трудоустройства Владислава Юрьевича, я думаю, что такие люди в никуда не уходят. Просто дать ему возможность уехать куда-то на пенсию, к Теплому морю, такого не бывает. Слишком большой объем информации, слишком большой объем секретов, поэтому я думаю, что Суркова так или иначе будут держать где-то поблизости и найдут ему какую-то позицию. Разные варианты, там и корпоративные, и «Газпром-медиа». Варианты могут быть самые разнообразные. Это же все переигрывается в последний момент. Ну, будет какая-то позиция, которая, с одной стороны, дает статус, а с другой стороны, держит серьезного секретоносителя под контролем. Контролем и, в общем-то, под присмотром поблизости. Евгений Минченко. В 90-х Владислав Сурков был топ-менеджером ОРТ, затем стал помощником руководителя администрации президента, впоследствии зампредом правительства, руководителем аппарата Кабмина. С 13-го года Сурков занимал пост помощника главы государства, курируя отношения с Украиной, Абхазией, Южной Осетией. Тот же Алексей Чесноков, рассуждая в своем телеграм-канале о том, чем займется Сурков после отставки, говорил, что ближайший месяц он посвятит медитации. Россия не меняла свою политику на Украине, указа об отставке Суркова. Такого нет, так в Кремле прокомментировали сообщение о том, что помощник президента покинул госслужбу из-за смены курса на украинском направлении. В ближайший месяц Сурков займется медитацией. Неужели в ходе новой кадровой ротации ему не нашлось места? Нас поставили раком по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее. Александр Лукашенко позволил себе новые яркие заявления, комментируя проблемы с поставками российской нефти и газа. Кому была адресована эта тирада? Троян для смартфона. Обнаруженный новый вид вируса Android Xenia почти невозможно удалить полностью. Что с его помощью могут делать злоумышленники и какие телефоны в группе риска? Подробности в ближайшем эфире Business FM. Владислав Сурков покидает пост помощника президента. Кремль пока не подтверждает. Зато с уверенностью об этом заявляет близкий к Суркову политолог Алексей Чесноков. Ранее Сурков отвечал в российской внешней политике за Украину. Теперь эта роль, вероятно, перейдет замглавы президентской администрации Дмитрию Казаку. Ждать ли в таком случае смены курса в украинском направлении? Алексей Доронин продолжит. Политолог Алексей Чесноков подчеркивает, что речь идет не просто об отставке, а об уходе Суркова с госслужбы. Якобы теперь Владислав Юрьевич будет заниматься главным образом медитацией, по крайней мере в ближайший месяц, отмечал политолог. Если это так, то это повод говорить о смене эпох. В большой политике Сурков провел более 20 лет, причем на каждой из должностей имел статус сверхвлиятельной и крайне независимой фигуры. Это можно сказать как о периоде конца нулевых, начала десятых, когда Сурков курировал внутреннюю политику, так и о последних 7 годах его карьеры, когда он занялся Украиной. Считалось, что именно Сурков отвечал за проект ДНР и ЛНР. Как заявили в Кремле, смены курса в отношении Украины не будет. Однако тональность явно меняется, рассуждает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Эксперты говорят о том, что проекты Суркова по Украине не оправдали себя. То же самое говорят, кстати, и о республиках Абхазия и Южная Осетия. В то же время Сурков не был в этих проектах настолько самостоятелен, в том плане, что реализовывал личные какие-то свои идеи. Наверное,
это такая, ну, как минимум, жирная запятая, начинается новый этап. Сам ушел или все-таки это решение президента, я думаю, это не имеет большого значения. Он, наверное, бы не вписался, потому что сменились люди и подходы изменились. Меньше творчества, больше практицизма. Владислав Юрьевич очень творческий человек, и его политика была творческой политикой. А сейчас идеология прагматизма берет верх. Источники Бизнес ФМ отмечают, предполагалось, что Сурков покинет свой пост сразу после выборов на Украине. Однако с приходом Зеленского ситуация сгладилась, но ненадолго. Принципиальными оставались противоречия вокруг непризнанных республик, причем противоречия эти были уже в самой Москве. Трения у Суркова возникали именно с Дмитрием Казаком, который, хотя и отвечал за экономические вопросы, связанные с Донбассом, но шел вразрез с сурковской линией, говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Несколько изменил ситуацию с Украиной. Дело в том, что до последнего времени основным контактным лицом это как раз был Сурков. Он и общался с Ермаком, профильным помощником Зеленского, и выстраивал там в том числе этот формат парижский. Но последние месяцы фактически этот переговорный процесс перешел в завершающей стадии именно Козаку. Поэтому возвращение Козака на эту позицию с самого начала это приводило к конфликту. Дмитрия Казака знают как жесткого переговорщика и прагматика, при этом политика, у которого уже есть опыт именно политического участия в делах бывших союзных республик. В частности, приход к власти в Молдавии президента Игоря Дадона произошел не без участия Казака. Была у политика попытка объединить Молдавию и Приднестровье, но не получилось. Теперь задача разморозить диалог Киева и Москвы. На Украине надеются как минимум на смену риторики, отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Поменяется ли российский курс отношения Украины? Скорее всего, нет. Но переговор русско-переговорной стороны, со стороны России, в принципе, может способствовать поиску новых сценариев разрешения кризиса, новых вариантов договоренности в рамках Минска, вне в рамках Минска. Другого, менее, скажем так, политизированного и менее эмоционального подхода к разрешению этой ситуации. Такой человек, которому было бы сложнее, наверное, идти на какие-то компромиссы, в силу втянутости этой ситуации с самого начала, приведет ли это какой-то финальной разрядки или к существенному прорыву в украино-российских отношениях. Пока что говорить об этом рано. Ряд экспертов отмечают, что одним из сценариев, приемлемых для Кремля, была бы реинтеграция непризнанных республик в составе Украины. Однако пока тема минских договоренностей не обещает прорывов. И все, до чего пока удается договориться Москве и Киеву, это регулярный обмен пленными. Алексей Доронин, Бизнес ФМ. Официального приказа об отставке Владислава Суркова пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее стало известно о том, что помощник главы государства уходит со службы и займется медитацией. Об этом сообщил политолог Алексей Чесноков. По его словам, решение было принято Сурковым из-за смены курса на украинском направлении. Владислав Сурков последние годы курировал именно политику в отношении Украины. Сменится ли она с возможным уходом Суркова, обсудим с политологом Владимиром Роговым. Он на прямой связи со студией. Владимир, здравствуйте. Напомните, пожалуйста, чем в последнее время занимался господин Сурков, его успехи, поражения, что бы вы отметили в первую очередь? Ну, вы знаете, может быть, не своего пригорка судить о его успехах и поражениях, но, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что зона его ответственности была территория народных республик, территория Украины и частично признанных Кавказских республик, Южная Осетия и Абхазия. Мы видим, что, мягко говоря, на всех этих направлениях проблем становилось все больше. Достаточно вспомнить противостояние в Абхазии, не совсем ровные выборы, мягко говоря, продавливание прежнего и почти нынешнего президента, затем народное восстание, в конце концов, его уход в отставку. А с другой стороны, мы видим, что и с Украиной все происходит очень вязко, непонятно, один шаг вперед, два шага назад. То есть общество устало. Первое лицо, как я понимаю, наш президент и верховный главнокомандующий ждет результатов, их, к сожалению, в последние годы не было, да, то есть именно положительных. Тем не менее, с появлением на этой поляне вот зоны ответственности того же Дмитрия Козака мы увидели решение некоторых вопросов, начиная с обмена пленными и заканчивая частичным решением газового вопроса, да, частичным, потому что мы видим, что этот вопрос еще процессе. Владимир, вот у нас минута примерно. Политолог Алексей Чесноков сказал, что решение принято Сурковым якобы из-за смены курса на украинском направлении. О какой смене курса, с вашей точки зрения, может идти речь? Я не вижу никакой смены курса. Об этом говорит и помощник президента
непосредственно Дмитрий Песков, что все по-прежнему, люди получают паспорта, помощь народным республикам есть, никто Донбасс скрывать не планирует. А Владиславу Юрьевичу я бы посоветовал, если он, конечно, прислушается к моему совету, заниматься не медитацией, как Хиллари Клинтон после поражения в президентских выборах, а сходить, например, в монастырь как православному человеку, пообщаться с духовенством, помолиться. Это более близко русскому человеку, чем какая-то модная медитация. Спасибо, Владимир. На прямой связи со студией был политолог Владимир Рогов. Предполагается, что украинское направление теперь будет курировать бывший вице-премьер Дмитрий Казак. Такое мнение высказал, например, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. 24 января Казака назначили замом руководителя администрации президента.